Экономика, бизнес, финансы. Программа «Эхономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане стали охотнее брать ипотеку. К такому выводу пришли ВТБ-24 в Кировской области. На начало июля ипотечный портфель банка составил 9,7 миллиарда рублей, на четверть больше, чем год назад. Рост портфеля удалось достичь благодаря увеличению объемов выдач. За полгода они составили 1,7 миллиардов рублей, на 20% больше, чем за первые полгода 2016-го. Управляющий ВТБ-24 в Кировской области Роман Горинов считает, что кировчане стали охотнее брать ипотеку на фоне снижения цен на жилье и низких ипотечных ставок. Рекордные объемы выдачи ипотеки отмечаются по всей стране. Выдано 773 миллиарда рублей. Больше не выдавалось за всю историю ипотеки в России, отмечают эксперты АИЖК. Программа «Экономика». Карты системы МИР набирают популярность. В июле этого года в торгово-сервисных предприятиях региона было проведено 134 тысячи транзакций по таким картам. Рост за месяц в 3,5 раза. По данным Кировского отделения Волговятского главного управления Банка России, средний чек покупки по картам МИР – 490 рублей. «Экономика» на 101 FM. Бизнесу расскажут о работе в моногородах. В Киров едет глава корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман. Он примет участие в семинаре для предпринимателей, который пройдет 28 и 29 августа. Представителям бизнеса расскажут о возможностях поддержки со стороны корпорации. Состоится совет по развитию моногородов, круглый стол по организации предоставления в МФЦ услуг для бизнеса. Участие для представителей предпринимательского сообщества бесплатное. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59,80, евро 70,66. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.